Всем привет, товарищи подписчики и случайные зрители. Продолжаем проходить Far Cry. Так, ко мне подкатила вот эта вот женщина. Что-то она, видимо, от меня хочет. Узнаем, давай узнаем, да. Да. Аделаида Драбман, рада познакомиться. Взаимностью не отвечаю, спасибо, конечно. Спасибо, что помог мне вернуть Марину, но у меня случилась беда. Сектанты украли мой тюльпан. Это самый проворный вертолет во всей Монтане. Я не позволю этим святохренам украсть его у меня. Я честно получила его при разделе имущества. Этот ходячий импотент покрасил его в уродский майонезный цвет. Поэтому, чтобы найти его, тебе придется опознать пилота. Это будет просто. Все остальные вертолеты водят женщины. Мы вместе раньше летали по выходным, но после того, как эти метелки вступили в секту, я знать их не хочу. Так что если ты случайно собьешь предательниц, ничего страшного. Что скажешь, детка? Поможешь, и мы с тюльпаном будем помогать тебе. Конечно, помогу, у меня выбора нету. Так, давайте проверим по резкому, куда что надо шуршать, и все, и сделаем это так. Мирное небо, 100% оно. А не. Так. Ага, это еще регион веры. Все, блять, надо. Погоди-ка. Вот сюда, наверное. Хер с ним, давай сначала сюда доберемся. Я слыхал, ты освободил тюрьму. Так держать. Блять. Текс. Не понял. А, все, это до туда 2000 метров. Даже 2 с копейками. Быстрого перемещения хуюшки, походу. Это... Да. А, слушай, вот можно вот так. Вот таким путем. Текс. Я так думаю, что скоро придется, наверное, уже сражаться с Верой. Она по-любому будет какой-нибудь блажь у меня обколет или еще что-нибудь сделает, и все, и... И будет заниматься со мной какими-то непотребностями. Не понял. Подожди, сначала не понял. А, вон, туда идти. Сука! Меня кто-то заметил. Чё это было, блядь? Так, пожарные вышки, крышки к охотничьему домику. А, все. Блять, летает этот балу херов. А что он не показывается красным? А, значит он не красный. Блять, здесь медведь, как всегда, наверное, будет какой-нибудь. Ну, с пулемета, в принципе, шансы очень хорошие, чтобы разъебать этого мишку. А мне кто-то говорил, не знаю, в раке это или нет, что типа медведь может за таким пнем спрятаться, блядь, и ты его не заметишь. Типа мастер маскировки, но он же, блядь, толстый. А, вот. Если за штурвалом женщина, прикончи ее и ищи мой тюльпан. Тюльпан, блядь, вздумала. Что? Так. Ха-ха-ха, полетели, блядь, как ёбаный в рот. Пиздец. Пизда мне, все. Ёбу. Видели, как катапультировался крендель какой-то, блядь, плашмёй прыгал. Ау. Сейчас будет неожиданность. Бля, пулемет радует. Пулемет хорошая тема, пулемет радует. Он не может, блядь, не радовать. Давай, перестрелка. Все, я его перестрелял, мне похер на него. Так, с аптечку пользоваться не будем. Ибо... Ай, ладно, пускай туда пиздит. Так, есть здесь что-нибудь интересное залутать? Ну, фишка в чем? Деньги что-то, блядь, нихера не накапливаются. Я не готов. Так, я здесь кого-то слышал, ну-ка. О, пленник. Вытащить, спасибо, что выручил. На здоровье, чел.
Так-с. Читать. Ну, это, как всегда, пауза и все. Здесь, наверное, ничего интересного нету. А может и есть. Кто, блядь? Ты для меня пример. Так, куда к следующей? К следующей цели, куда там поближе бы. А, глянь-ка. А схуяли недоступно быстрое перемещение? Во время миссии, типа. Бля, кто там стреляет? Точнее, взрывает что-то. Блин, плохо, ну а что делать? Ладно. А, снайпер там. Вон, видите? Значок снайпера. Ой, сука, на пониженный залезет. Хотя они... Ёп, блядь. Прям как русские дороги. Блядь, ну сейчас я не буду останавливаться на всех этих кренделей. Блядь, заметили меня куда. На всех кренделей не буду останавливаться. Ну и в жопу. А чё они так медленно меня замечают, кстати? Бля, поедете за мной, не? Ай, ёкарный бабай. Ну, ладно, тогда можно, в принципе, будет развернуться, набить баню тем ублюдкам. Вот неплохо, если бы здесь сама карта была... Сама карта была бы на этой хрене на... выведена, короче. Ой, блядь! А как я так засмотрел? Я засмотрелся и чуть не разъебался. Так, ну на машине, в принципе, мне медведи не страшны, так что... Пускай хоть толпами бегают. Только шкуру раздираю, пробав. Стоп. Вот это вот мастерство вождения. Так, правее, значит. Ну, а сейчас, значит... Значит. Вон, кто это? Скулс. Бля, ладно, не будем его трогать. Все-таки хоть и не настоящий, как он, компьютерный. Но все равно почти жалко. Ну, слегонца только, не полностью слегонца. Бляха! Это мозг был? Да, сейчас бы я в жир попал бы, конечно. Чё? Чё мне через водопад? Я по водопаду поднялся на машине и всё. Бляха-муха, как долго это всё? Блять, уже устал ехать, как будто доехал до, блядь, до другой стороны. О, кто там, смотри. Бля, а лоси опасно, они, слушай, они могут перевернуть машину. Они, кто там? Они бодают, да, и переворачивают машину. Ну-ка. Бля, хотел сбить, но ладно, не получилось, в принципе. Так, здесь я советую сам себе покинуть транспорт. Так, лосей не слышно. Бля, они тоже опасные козлы. Всего лишь один сектант? Вот, снайпера надо сразу убирать. Зашевелился, сука. Блять, ну если их два всего лишь будет, то же вообще не интересно. Ой, их не два. Надо их много. Еще один снайпер. Ах, козел! Да ёб. Так, терпение. Терпение, мой друг снайпер. Ах ты скотина! Просто
просто в мыло! Блять, это нихера не снайперка. Пиздец, а нахера я дал ему себя заметить? Ой, блядь. Вот это я нащудил. Хотя, в принципе, нет. Хотя не нащудил, я поближе подкрался к дому. И их здесь очень много, их дохера. Нихера себе, что там пролетело? Вот козел за препятствием. Да ебаный козел, сука! На, сука, побольше, пап. Все, сдох, блядь. Пидор в сварочных ботинках, блядь. Все, наснайперил, блядь, называется. Кто, я? Я гореть буду? Да, а... Засмотрелся на девчонку? Это не мой тюльпан. Кончай с предательницей и ищи дальше. Сейчас. Выходи, поиграем. Бля, ну такой верно, это баба. Выходи, блядь, сейчас выйду. Бляха, муха. А, это самолет, я думаю, что кто-то не убил. А это все два ихни, что ли? Мне интересно, в принципе, пока что. Ну, убивать их. Читать, ага, отлично. Пауза, как всегда. Где денежки, блядь? Хочется купить что-нибудь такое великолепное. Так. Это меня разыскивают? Так, кто-то еще... Странно, блядь. Дурачок какой-то. Я ж его убивать не... Ну, в смысле, он же зеленым горел. А чё он это самое напал на меня, блядь? Это Вероника ему, блядь, сдурила головы. Верунчик, блядь. Два. Так, латук, дурман, горчица. А нахер это мне надо? О, а с этого... Блять, не постреляю, ну. И не больно так и хотелось, конечно, пострелять. Все, осталось у нас еще одна. Где она? Не понял. Ух ты, блядь. Ну, в эти танцы... Можно танцевать... Твою, блядь, ёбу, пожалуйста! Все, я сгорю, сейчас мне пизда. Фу, блин. За малым остался жив, за малым просто. Что, он сам сгорел, что ли? А, дебил сам себя убил. Ну, ладно, это, в принципе, и хорошо заодно. Текс. Так, а здесь, сука, без оружия. Все. Это намного лучше, чем, в принципе, как его назвать, квадрик или машина. Только еще было бы, конечно, оружие на нем. Блин, вообще просто был бы секс какой-то. Так, тангаж, рыскни. Ага, вот, это значит тангаж. Или что? Или рыскни. Бля, я хуму хочу, он так медленно, кстати, летит вертолет. Ну, в принципе, ладно, на маленькую скорость глаза можно закрыть, потому что он-то по прямой летит, без всяких пробок, блядь, без дорог. И, значит, мы очень быстро. А как я, позвольте спросить, как я смотрел грузовик? И какой ли я смотрел грузовик, который я проезжал, вот метка где была?
здесь самое главное не попалиться. Блять. А зачем я туда выпрыгнул самолета? О! Сейчас вот так вот. Ха-ха-ха, пиздец самолета. А не, летит еще. Это птица, нет, это самолет. Мне надо понаблюдать. Блять, не на то наблюдаю. Бля, что медведя собьет. А, все, не видно больше ничего. Так, где закрыть? Закрыть этот парашют. Ну, я думаю, еще рано парашют закрывать. Так, бывает уже быстрее, блядь, как инвалид. Подожди, пока сядет. Потом оторви сучонку член и верни тюльпанчик домой. А член привезтите? Порань мой вертолетик. Блядь, давай-ка тогда сама он. Пиздуйка со своим вертолетиком. Это он? А куда он? Так, где взлет, а то... А то у меня могут быть просто проблемки, если он будет сюда. А, нет, это веранда обычно сюда не будет приземляться. Такс. Понятно, там есть какие-то... Вон, снайпер. Только, давай быстрее, хочется его уже при это самое. Бляха, мух, не успел. Но мне что-то... Смутно кажется... Бля, Улетит сейчас. Пиздец, блядь! Извини, старая, походу... Так, блядь, накидать побольше ему в баню. Все, надо, может, это успею опередить вертолет. Так, здесь. И там снайпер. Блять, сколько их здесь расставлено? Кошмар. Блять! Так. Теперь антиснайперский бег. Лево-право, лево-право. У нас никто это само. Все. Влево, вправо, влево, вправо. Все, снайпер спускается. Он нам теперь... Блять. Нет, я думал, за мной кто-то бегит. Типа этого, блять. Опять за мало, ну что же такое. Так, убейте пилота, украшивая тюльпан. Хорошо. Так, завладите вертолетом, завладею, не вопрос. Так, одного убил, но это не пилот. Так, эту блажь надо пройти, а то сейчас Вера будет, блять. Вера казаться будет. Так, все. Ну, как минимум, один довыебывался. Бля, вторых, я не знаю, надо вторых добить. А, да, их там немало, слушай-ка. Надо же это... Бля, где заход? Прирядить их не... Эти, как называется, блядь, ряды. А, блядь, сейчас залезу, блядь, на вышку, все, пиздец вам будет. Ой, блядь, зачем я залез на вышку? Мне... Нихерася! Зря я это сделал, мне пиздец! Ёба, пожалуйста, быстрее! Быстрее убегай! Я пошутил, я сейчас пока не хочу их уничтожать.
почти. А ну что теперь? Вы, блядь! Пока перезагрузится, точнее, это перезарядится. Блять, отходить не успеваю, все, блядь. Да, это что за нахуй? Мне просто вот эти обезьяны налупливают. Так, позвольте аптечку. Аптечки нет, сорян. Да, блядь. Хотел сказать, мое мастерство потеряно, попадание в цель. Все, один остался. А этот, блядь, козел гранатометчик. Убегаем, блядь! Убегаем, сука! А, подожди, еще рано уебывался. Сначала делаем... Так, это был снайпер, да? И все, осталось последнее вот этого дурачишку забить. Ну, блядь, убивайся. Подожди, я убью сейчас я. Не, стой. Но добить все равно надо. Такс. Или я его добил? Ну все, теперь можешь спокойной душой садиться на вертолетик, лететь и отдать этой, блин, злой женщине отдать вертолет. Которую она у мужа отпилила с развода. Она у него даже, наверное, имя отсудила, блядь. Теперь у нее даже имени нету. Да, бывают и такие дамы. Так, снизимся. Все, что ли? Так, а здесь нас не ждет никакая подставка, нет? Подставулечки нет никакой? Все, забираем вертолет и летим. Бля, что это за вертолет? Каркасный какой-то хуй... А, забираю слова, хотел сказать, что хуйня. Блять, у него два пулемета. Нормально, слушай. Погнали, все. Так. Так, на среднюю кнопку мышки пулемет. И 3000 километров лететь. Ничего себе, 3000 метров, точнее. Охереть, блядь, и что мне... Так, хорошо, блядь, надо сразу из этого самолета убивать. Я немножко этому значения не придал, но... Нормально, сейчас все будет. Заново ж не надо будет. Так, осматриваемся. Нормально, бля, пулеметы сравнить с быком брачный период. Так, надо оглядываться и... Периодически так херак, все. На этом, на компасе нету красной метки, значит, можно лететь дальше. Да, неловко как это получилось, блядь, сразу выебал меня этот самолет. Ну, главное, что поделать, потому что горит слева. А нет, казалось просто. Бляха мухнул. Ой, сука. Вон козел.
Вот, блядь. Блять, переклинило, сука. Ладно, погнали. Вот, это из-за того, что я... Так, это из-за того, что я вот пострелял, сразу попалился, все, и меня заметили. Но я думаю, вертолет не заметить. Над головой туда, причем я над головой проехал. Да, на вертолете я проехал, вот над головой, да. Он, получается, не видел. А стоило только пострелять, все, сразу попалился. Так, еще аккуратненько посади бы, не это самое, не бахнуть его бы об землю, а то обшар земной как ебанется этот вертолет. Так, оглядываемся, никого нету, все, летим дальше. Оглянулся вовремя, успел оглянуться вовремя, чтобы заметить какую-нибудь там опасность. Застрелил, любую опасность надо просто, ну, выиграть, на корню убирать нахер. Выкручивать. Ну-ка, повезет нам, понять? А, не, что-то она не пиздит, эта бабулька. Ну, или тетушка, кто она. Но она очень злая, так что я лучше больше не буду. Ну, все, теперь точно не буду, ну, не воздержался. Или не удержался, как-то правильно, я точно не помню. Давай, бля, он поднимается быстрее, чем снижается. На С снижаться, да, на С. Погнали. Сраные демщики тут как тут. Надеюсь, вы с тюльпаном рядом, потому что нам нужна помощь. Это вот эти демщики или кто? Да это пиздец нахер. Может, мне проще вылезти их это самое и разъебать так? Ну, блядь, давай, стабилизируйся, скотина. Вообще пиздец. Сейчас я немного опу... Стопы. Немного подопущусь. Я же все правильно, это и демщика разъябываю. Ну, блядь, не раскачивайся, сука! Хотя, конечно, еще никого не это, не того, ну... Не разъебал, да. Блядь, 100% сейчас вот вертолет оставлю и пойду их так разъебу. Не вращайся, не вращайся с него. Вот. Вот нормально, сейчас плотным огнем накрыл. Блять, не вижу еще этих эдемщиков, хуемщиков. Куда они подевались, блять? Как медведь спрятались, блядь. А, все, блядь, забегали жуки навозные, блядь. Блядь, что так патроны быстро кончаются? Ух, блядь, как хорошо прилетело. Так, сколько у вас там магнит осталось? Вот, а, блядь. А куда вы свалите, придурки, блядь? От вертолета не уйдете, блядь. Только если я на этом вертолете, тогда можете уйти. Так, можно еще опуститься. Это что было? А, это, наверное, эти тепловые ловушки отстреливал. На что это было? На F. Хера себе, даже развернуло.
Ну, сектантов надо все эти машины отстрелять. Нахер не им надо. Экс. Миссис Баба, куда вам ее посадить, ваш аппарат? Она хочет на веранду. Это там не сектанты бегают, не? Так. Какой покинуть? Утро рано покидать. Бля, пробудак не задесть, это тоже будет, это, я думаю, не клево. Так, мягенькая посадочка. Блять, ну. А, куда она ушла, дура? Вертолет не видит, что ли? Заскриптованная баба. А что с деньгами, блядь, по 7 долларов? Черт возьми, ты молодец. Да чтоб мне провалиться. Ты не только подоспел к самому празднику, но еще и тюльпан вернул. Так, я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров? Бля, губами не шевелит. Обращайся, вызывай, когда хочешь. Только не на закате. В это время Ксандр занимается йогой. Дивное зрелище. А, нахуй мне эта информация. Задница, когда он стоит в позе собаки. Сидя, блядь. Ох ты ж, боже ж ты мой. Никто не смеет трогать королеву. Чё несёт она? О, музон прикольный. Сейчас кинут этот. Жалобы за правообладание хуйней этой. Интересная вышка и... Да сколько здесь вас? Так, просто, ну, на всякий случай вкинуть и все. Блядь, думал падаю. Блин, а, кашель что-то, херачит. А, все, обиделся, понял его. Где? А, вот, меня уже кто-то начинает замечать. А я никого не вижу. Бля, старая, садись за вертолет и... Пулемет рулит, просто рулит. Так. Вы это видели, блядь? Э, блядь, сука, дебил испугал! Сука, кто так пугает? На, сука! Качественно нашпиговал, сука, блядь, падай, умри, гад. Вот это называется качественный пропиздон. Хэштег качественный пропиздон. А... Чё ей надо? Не думала, что засранцы вернутся так скоро. В общем, в это время Ксандр занимается йогой. Блядь. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Как дела, зая? Так, мирное небо выполнено. Всё. Так, значит, что... Вывели с этого момента. У нас есть вроде бы какой-то интересный напарник, блядь, на вертолете. А, вот есть напарник на вертолете, его надо будет периодически вызывать. Я вот всегда забываю, о чем это нет. А, это темнеет. А что он за мной бегает? И вот, короче, на деда хера народу будет, надо вызывать ее, кстати. Чтобы запиздили. Вот я не знаю, как она насчет, она смертная, бессмертная, в плане того, если раз ее убьют, она все. А чё они ещё, блядь? Сейчас буду. Они не очень-то умеют прятаться, да? Ты сдохнешь! Блядь. Она бредит, что ли, блядь? А, глупцы, бегите, это пылесос. Сейчас, блядь, скачет. Ах, тварь, блядь! Всё, пока это бабища забрала, блядь, мою цель. Заключительную, ну...
в этой серии. Будем прощаться, блядь. Скажите спасибо вот этой миссис тете, блядь. Миссис тетя, спасибо тебе. И мы на этой ноте заканчиваем серию. Спасибо за просмотр. До встречи.